Ай, ну что ж, дорогие друзья, похоже, Ютубу пришел конец, и, наверное, у меня теперь будет в основном, можно так сказать, моя деятельность, жизнедеятельность сосредоточена в Дзене. Я там буду публиковать свои стихотворения, иногда видео, собственно говоря, вот такие вот дела. Поэтому, дорогие друзья, я убедительно вас прошу подписаться на мой канал в Дзене. Яндекс.Дзен. Вот такие вот дела. Прошу вас, подпишитесь. Если, ну, найдите меня, в общем говоря. Если вы в Ютубе, конечно же, знаете, что такое Дзен, ну, вы понимаете, о чем я говорю, потому что, возможно, завтра Ютуба уже не будет. Сегодня он уже вечером как-то глючил. Хотя, я не знаю, может быть, это из-за плохого роутера у меня. Не знаю. Может быть, это из-за того, что летают различные техники, ну, вы понимаете, самолеты летают. Страшное дело притворится вообще. Собственно говоря, очень страшно. Невозможно просто существовать сейчас, как говорится, никому. Ведь мирное население страдает от этого. Украинское. Ну и русская тоже страдает, потому что, ну, в общем, вы понимаете, почему? Потому что мы уже стали изгоями. Вот такие вот дела, к сожалению, творятся. Мы теперь изгои практически. Есть, конечно же, страны, которые поддерживают нас, но я не знаю, собственно говоря, что они могут сделать, как они могут помочь. Хотя Китай вот старается как-то нас поддержать. Ну и Индия, собственно говоря, потому что мы, можно так сказать, дружим давно с странами. Хотя в политике слово «дружба» лучше не применять. Лучше говорить, что мы, можно так сказать, взаимовыгодные партнеры были. Ну и сейчас есть у Китая, собственно говоря, и у Индии. Вот о дружбе как-то, я не знаю, слово «дружба» как-то неприменимо, мне кажется, к политике. Это лично мое мнение. Вот такие вот дела, к сожалению, творятся. Мир ожидает крупнейшая, наверное, промывка. Я даже не знаю, как это сказать. Изменение крупнейшее. Я не знаю, это, ну, просто я не понимаю. Как это сказать, собственно говоря, чтобы, ну, меня не считали каким-нибудь пропагандоном, да и все такое прочее. Поэтому я не собираюсь как-то вот говориться, что-то говорить плохое по этому поводу, потому что я не хочу никого, никому грубить, не хочу никому, ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Наверное, понимаете, что я такой вот человек. Вот такие вот, к сожалению, происходят дела. Довольно-таки страшные. Неизвестно, что произойдет дальше. Потому что вот уже известно, что довольно-таки близко к границам России был Белгород. Был нанесен удар. Хотя, не знаю, может быть, это чистая случайность. Может быть, эти ракеты летели в совсем другое место. Но они были сбиты и спали, может быть. Я не знаю, что случилось. Гадать лучше не надо, потому что неизвестно, какую дезинформацию я внесу. И поэтому лучше, ну, просто не говорить неизвестное мне. Я же там не был, и поэтому я не хочу говорить по этому поводу. Но, как вы, наверное, уже поняли, я больше всего хочу сказать, чтобы вы подписались на мой канал в Дзене. Я не знаю, получится ли у меня загрузить вот это вот видео в YouTube. Возможно, это будет мое последнее видео. Я, наверное, не буду монтаж делать. Может быть, самый малюсенький монтажик и будет. Но я не знаю, что произойдет. Возможно, когда все это уляжется, YouTube опять вернется. Но я не знаю, получится ли у него опять, можно так сказать, устаканится в российской аудитории после того, что он ушел. Может быть, появятся за это время какие-нибудь другие ресурсы, которые более укрепятся. Российские ресурсы. Ведь в России
есть свои программисты, которые могут, собственно говоря, сделать что-то похожее на YouTube. Вот такие вот дела. Я не знаю, если честно. Не буду гадать, когда это кончится, потому что, ну, о чем-то говорить как-то не хочется. Поэтому, к сожалению, вот такие вот дела. Подписывайтесь на мой канал в Дзене. Ставьте там лайки, пишите комментарии. Если, конечно же, хотите, хотя сейчас мало кто смотрит, наверное, и Яндекс мало кто смотрит, и YouTube. Вот так вот. Я в основном захожу туда где-то на 3 минутки, чтобы послушать классическую музыку, чтобы хоть как-то успокоить свое сознание, тело, скажем так, из-за этой ситуации, потому что она действительно парадоксальная и очень страшная. Неизвестно, что дальше будет. Все.